четверг в Самарской области будет пасмурно и облачно. Практически везде пройдет дождь. Температура днем 18-22 градуса тепла, ночью 14-16 выше 0. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде дождя, днем плюс 19 градусов, ночью плюс 15. Ветер юго-западный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, небольшой дождь, плюс 21 градус в дневное время, ночью 16 выше 0. Юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре будет пасмурно, пройдет дождь. Дневная температура 21 градус тепла, ночью плюс 14. Ветер юго-западного направления 5 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 56%, температура воды в реке Волга 20 градусов, геомагнитное поле возмущенное, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.